Всем мое почтение, друзья. И вот сегодня, 8 сентября 2022 года, появилась очень печальная, трагическая новость. Умерла королева Великобритании Елизавета II. И вот в связи с этим возникает у меня вопрос. Вот смотрите, буквально недавно мы прощались с Михаилом Горбачевым, который тоже скончался в очень преклонном возрасте. И вот в связи с этим хотел бы высказать свое мнение. Смотрите, сначала ушел Горбачев. Это тоже огромнейшая эпоха мировая, историческая такая личность. Буквально не прошло и 2 недели, как скончалась королева Великобритании Елизавета II. Это ведь тоже огромнейшая эпоха мировая, огромная личность. Вот как вы считаете, это совпадение? Или все-таки это, так сказать, чья-то десница управляет этими всеми процессами? Так сказать, убирает с шахматной доски лишние фигуры? Напишите в комментариях, вот что вы думаете по поводу этих событий.